всех депутатов парламента Республики Молдова, которые приняли в пятницу мудрое решение в интересах народа Республики Молдова по строительству спортивного комплекса в городе Чедрлунг. Это мудрое решение, и почаще бы они принимали такие решения сообща и единогласно, так как они приняли это решение по строительству этого спортивного комплекса. Особые слова благодарности хочу выразить депутатам парламента Республики Молдова, которые непосредственно инициировали, активно продвигали решение этого вопроса. И это и Стайноглу Александр Дмитриевич, это и Влах Петр Петрович, это и Горизан Олег Федорович, это и докладчик по этому вопросу Влах Ирина Федоровна. Все сработали в интересах людей. Это замечательный пример, хотелось бы, чтобы таких примеров было больше. Сейчас уже дальше, Сергей Михайлович, все эти документы, как только будут опубликованы, все документы надо подготовить, представить азербайджанской стороне. Там городские власти пусть определятся по дате, и надо приступать уже к работе. Теперь уже никто не может помешать, ни прокуратура, ни контролирующие органы. Есть закон парламента Республики Молдова. Уже все, никто уже больше не может мешать. Вот теперь уже с открытым забралом и пошла работа.